Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я вам расскажу о посылочках из Америки. В 2015 году я заказала себе посылочки из Америки. Пользовалась я бьюти-почтой, которую создала, видимо, или организовала Лиза Онейр. Ссылочку на ее канал я дам внизу. То есть я заказывала все с сайтов, тех, которые не доставляют в Россию, или если они доставляют, то у них совершенно маленький ассортимент, а то, что мне нравится, то нужен американский адрес. И я воспользовалась этой услугой, они дают, зарегистрировалась в этой бьюти-почте, они дают американский адрес, я заказываю все в Америке на этот адрес, и потом, когда уже посылочка была сформирована, я заказала, чтобы ее переслали. Обошлось мне все это в 25 долларов, по-моему, вся посылочка их. Заказывала я с сайта Saks Avenue. В общем, вот так выглядит их логотип. Там есть очень интересненькие такие вот вещи. Я закажу, что я заказала именно их фирменные. Да, также я заказала из другого какого-то сайта, я постараюсь найти, я уже, может быть, не помню, сумку. Мы заказали подружке сумку. И что еще? А, и еще я искала себе, всем рекламировали, в общем, сказали, что хайлайтер, как я помешана на хайлайтерах, самый лучший хайлайтер фирмы Бека, Moonstone, по-моему, цвет, и я заказала, вообще он очень дорогой, на Амазоне смотрела еще где-то, в общем, не помню, я нашла какой-то самый дешевый, со скидками, когда они еще были, и тоже прислала на этот адрес, и они доставляли только по Америке, вот это подешевле, который подороже, вроде можно было в Россию, ну, по-моему, у меня вышло в два раза дешевле. Вот, я заказала, все сейчас покажу. Итак, первое, что я вам покажу, это вот такая косметичка. Она достаточно большая, как вы видите, да, с моей головой, если сравнить. У меня голова не очень большая, но и не очень маленькая, средняя. В общем, она очень вместительная. Что мне нравится, вот Saks Avenue, у них очень интересно, когда смотришь сразу так, и потом нажимаешь на кнопочку, и оп, раскрывается как. Ну, в общем, эта посылочка, да, меня очень удивила, потому что я думала, что будет в два раза меньше. Но получается очень вместительная косметичка, мне очень нравится, и она меня порадовала. То есть цвет очень стильный, и, соответственно, это американская. Я, по-моему, не знаю, в России как бы есть это или нет, по-моему, нету. И мне очень приятно. Чисто американский стайл. Также у них я заказала такой вот fashion wallet. Такой кошелечек fashion. Это палетка. Очень интересная, там очень интересные цвета. Она меня тоже порадовала. Во-первых, дизайн. Стоит она вот 9,99 долларов там. Во-первых, это дизайн, вы видите, как будто вот такой вот кошелечек, стильненький, мягенький. Открываешь, ну а там вот такая вот палеточка с зеркальцем. Цвета очень интересные, цвета у нас, то есть здесь можно красить как брови, так и глаза, от светлого, белого, да, до вот такого вот темного. И несколько такие с блестками, даже скажу, 3-4 с блестками, 5. В общем, матовые, раз, два, три, четыре, пять цветов матовые, и остальные такие чуть-чуть с блесками. Ну и кисточка идет. Мне кажется, это очень удобно носить с собой. Вот эта штука меня очень порадовала. То есть оправдала мои ожидания. Также я заказала вот такую палеточку большую. Я просто помешана на этих всех. Она стоила 20 долларов. Помешана на всех этих палетках. Я уже говорила, у меня теней видимо-невидимо, и мне все мало-мало-мало. Посмотрите, какая она стильная. Она вот в такой вот штучке. Как она открывается? Мы ее открываем напополам. Здесь у нас идут тени. Ой, пусть летит. Тени разные. Дальше открывается по бокам. Здесь у нас открывается зеркальце. То есть вот такой вот набор, который можно взять с собой.
И вот с зеркалом со всей красотой можно разобраться. Что у нас здесь идет? Здесь у нас идет тени, значит, да, от и до просто все тени есть. Карандаша красный, черный, губные 8 штук, кисточка для губной есть. Также здесь есть, как я понимаю, это хайлайтер у нас. Да, вот он светится немного. И контуринг. Тушь и румяна. Розовые, персиковые, коричневые. Вот. $20, мне кажется, это нормальная цена за такую красоту. Вообще на подарок она совершенно, ну, пойдет. Но я сама люблю такие штуки, поэтому... Не стала никому дарить, тем более я не знала, да. То есть, если в следующий раз я буду заказывать, то, конечно, я знаю уже, что придет на подарок. Это вообще замечательный подарок. Что мне нравится этот дизайн. Отличный вообще. Также очень рекламировали просто Beckett, хайлайтер. Я не знаю, то ли у меня свет какой-то не такой, я в машине все открывала. Дизайн, конечно, очень хороший, сразу видно, что дорогой такой, знаете, вот как будто прорезиненный, очень приятный. Открываю, значит, вот такой цвет. Здесь очень много света, непонятно. В общем, девушка, она профессиональный визажист, ее уже много где узнала, даже видела. Она говорила, что это самый лучший хайлайтер. Но надеюсь, она была права. Чтобы он не сильно как бы светился, да? Был красивый. Конечно, это все делается не пальчиками. Ну, в общем, посмотрим, что это такое. С зеркальцем тоже. Очень интересно. Ну и подойдем к тому, что сумка. Сумка меня немножко расстроила, потому что мы с подругой, она еще этого не знает, но мы ждали кожаную. И все было написано, что сумка кожаная, но оказывается она текстильная. Она текстильная. Вот такая вот сумочка. Но очень стильная. Текстильная, стильная. Она очень стильная, что меня как бы обрадовало, потому что сначала я потрогала ткань и думаю, блин, да что ж это такое? По идее, вот это должно быть все было под кожу. Вот. Но оказалось, что кожа у нас ручки и вот это вот все дело, да? А это текстиль. Но при этом она не теряет своей, знаете, вот какой-то необычности. Мне она очень нравится. Замки у нас здесь раз внутри. Все такое тигровое, значит, общий замок на такой вот штучке внутри. Три главных отделения. Вот. С косметичкой внутри. Также боковой кармашек. И здесь боковые кармашки. И сюда еще в подарок шел зонт. Зонт. Так, он прикручен у нас. Тоже какой стильный. Зонт. Это фирма вот Нью-Йорк. Николь, я не помню фирму, мы смотрели фирму, кстати, и вот мы на каком-то сайте заказывали, где было дешевле. Вообще эта сумка на eBay или на Amazon стоила в 2 раза дороже. А ну-ка. Оп, какой стильный зонт у нас. Смотрите, это надпись, она такая классная. Так что у тебя будет не только сумка, но и зонт. В общем, вот единственное, что расстроило, это сначала потому, что были ожидания по этой сумке, что она будет кожаная, она текстильная. Если бы мы знали изначально, что она будет текстильная, конечно, я бы не так расстроилась. В целом она неплохая, мне очень нравится. Я бы носила такую, если я, правда, купила уже черную сумку, но если ей не понравится, я ее оставлю себе. Так что не переживай, дорогая. Хорошо иметь подруг, которым все нравится. Если она тебе не подойдет, я ее заберу и буду с удовольствием носить. Вот и все с посылочками. Все было хорошо упаковано. В принципе, там вот на этой бьюти-почте я, ну, как бы заказала дополнительные все упаковки, потому что у меня здесь были хайлайтер, который не очень хотела, чтобы разбился. И, соответственно, все эти палетки. Вот. И все потом мне приехало. В принципе, долго я не ждала. Вот. Все оставлю, все ссылки, которые найду, все оставлю внизу. Ссылку на девочку Лиза Унейр. Также у нее там есть покупки из Америки. Она рассказывает подробно, как все это сделать.
Оставлю все ссылочки внизу, все, что найду, где заказывала и что. Очень удобно пользоваться этой бьюти-почтой. Рекомендую, тоже на нее дам ссылочку. И если будут вопросы, задавайте. В принципе, очень интересно. Не знаю, буду ли я еще заказывать с Америки, но, естественно, если я найду что-то интересное и прям очень-очень захочу, конечно, я воспользуюсь бьюти-почтой. Мне все понравилось. В принципе, они быстро отвечают на вопросы, даже если что-то непонятно. Быстро бегут на помощь и все объясняют. С вами была Селена Свей. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Мне очень важно знать ваше мнение. Вот, всегда радуюсь лайкам и хорошим комментариям. Так что пишите. Пока-пока!